сказать? Во-первых, почту получала. Ну, во-вторых, передо мной было там 4 человека. А вот. Во-вторых, я же написала по новой, оплату. А она, я говорю, а ты заберешь 7 числа. Она мне сказала такую фразу. Я не знаю, когда я здесь буду. Буду ли я 7 числа? Не, ну 7 число, это же выходное, во-первых. Это Рождество. Да, это выходное. Поэтому я это сейчас делаю. А, значит, понимаешь, а в тех квитанциях, что я должна была забрать, я тебе тогда не сказала, чтобы ты забрал. Ну, это я не сказала. И там я не знала показания по газу. И пока я пересчитала там эту квитанцию, ну, в общем... Так, ну что, не волнует тебе никакой... Так интернета ж нет. Нет. Так к дому надо подъезжать. В сельхозе тут только возле библиотеки есть интернет. И то сегодня выходной, я не знаю, там может он отключен. Ну теперь что это самое? У нее забрали, знаешь, вот тут там были выставлены вот тут там всякие газеты, журналы и так дальше. Все это забирают, они сдают. А по новой теперь будут получать новую эту самую. Новую почту. Что-то Плохинской до сих пор нет. Я за хлебом захожу, у меня хлеба нет.